справляемся, Тимофей справляется. Он очень сильный, я думаю, у нас все получится. Каждый день папа Андрей просыпается в пустой квартире. Его жена и маленький сын Тима не были дома с апреля. Весной обычно озорной и активный Тимофей заболел. У него не было сил даже дойти до детского сада в соседнем дворе. Анализы, выяснение страшного диагноза – нейробластома левого надпочечника. Госпитализация в Московский исследовательский центр Дмитрия Рогачева. А там борьба с опухолью объемом больше литра. К счастью, удачная. Операцию сделали после 5-го курса химиотерапии. Операция была сложная. Врачи-хирурги Дмитрия Рогачева сказали, что операция хоть и сложная, но Тимофей молодец. Малыш и правда молодец. Тогда опухоль удалили практически полностью. На тот момент врачи давали 70% выживаемости. Этот показатель увеличили, пересадив Тимофею его здоровые стволовые клетки неделю назад. Сейчас малыш восстанавливается. Гораздо ему лучше сейчас. То есть он все постепенно это все. Ну, с аппетитом опять плохо. Хочет кушать, начинает кушать, тошнить начинает, допустим. Вот такие. Андрей надеется, что к концу октября вся семья будет в сборе, но это еще не конец. Шансы на рецидив высоки. Уменьшит их иммунотерапия, процедура, которая помогает организму бороться с раковыми клетками. И семье уже готовы помочь в Германии. Терапия стоит баснословных денег – 18 миллионов рублей. Но для семьи, в которой папа обычно участковый, а мама – медик-координатор, это неподъемная сумма. А мы все вместе способны помочь Тимофею выжить. Дарья Демиллер, Алексей Фризин. День с толком.